И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Курикс, Легенд, Саммит, Плеймарк, Госдума, Хетскер, Гусанек. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем приветики. Передаю привет Максиму. Всем привет. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что будем тестировать аниматроника. Будет называться «Какой аниматроник самый живучий?». Будем взрывать разными бомбами и даже ядерными. Если теперь кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Пацаны, начинаем с самой слабой бомбочкой, которая у нас есть. SC-250. Окружаем ее и проверим. Ой. Ого, осколки! А, вот у нас 4 аниматроника выжило. Хорошо, я тогда буду брать другого аниматроника. Давайте возьмем вот такого. О, Кентафурик, мы с тобой одинаковые. Ладно, давайте возьмем другого, мы не будем повторять. Во, я возьму марионетку. Так, сейчас у нас бомба будет немножечко помощнее. Теперь у нас SC-500. О, он уже побольше будет. Ну, бомбочка. Вот это жахнул. Мне интересно, в этой серии хоть раз останусь живых или нет? Так, я смотрю, что пацаны еще живые. Пацаны, кто остается в живых, аниматроника не меняйте. И в конце ролика мы выясним, кто же самый живучий. А вы обязательно досмотрите до конца. Прямо сейчас поставьте лайк, подписку и залетайте в наш Дискорд. Потому что в конце ролика будут очень мощные ядерные бомбы. Я думаю, что будут сливаться все, и не только я. Так, давайте возьмем вот этого рахита. Он так прикольно бегает. А что с... Я так и должен бегать, как рахит? Эй, а что у меня с ногами? Я как будто гопака танцую. Ладно. Так, у нас пошла SC-1000. Ого, она уже большая. Ого, пламя. Осколки летят. Пацаны, я вижу, вы что-то сильно мощные, да? Хорошо. Давайте возьмем другого аниматроника. Так, какие у нас еще есть классные? Во! У меня 10 тысяч жизни. Но это ни о чем не говорит, потому что у нас бомб очень много, и даже независимо от жизни, можно реально выжить. Вот такая есть очень крутая бомба, она вам понравится. По прицелу, кто может бить? А ну давай, попит, марионетка. Ничего себе она дома, я горю! Слабо. Согласен по поводу вот этого слова фигня. Давайте эту взорвем. А ну как-то по прицелу бьет? Мы сейчас разлетимся по всей карте. Ну, бомба! Ну, мы что, в футбол играем бомбой? Ой, я слил... А что я один слил? А меня легенда убил! Вот такая бомба есть! 62 Дейзи Кастер. Ого, я прям в ней появился. Ну? Вот это огромное. Ничего себе! А что, все живые? Слабо. Да. Слабо. Согласен, пацаны, это довольно-таки слабо. Давайте что-то помощнее. Давайте будем повышать ставки. Как вы смотрите на вот такую? Моаб. А ну-ка, толкаем, в футбол поиграем. Ай! Ой, случайно, обстоятельства, не хотел. Угу. Ну тоже мало. Слабенько. Согласен. А что, аниматроники такие мощные получаются? Сейчас мы сделаем, чтобы бомбы не будут слабые. Смотрите, у нас есть 1000 ЛБ. Она с виду маленькая, но она... А че мы с тобой вдвоем только слились? А? Так, давайте тогда выберем аниматроника вообще какого-то прям жесткого. Вот такой есть. Поап 250. Так, активируем. Ого. Да почему я сливаюсь? Одни кишки... Ой, одни осколки с меня повылетали. Во! Сейчас мы все разлетимся, смотрите. Ох. Ого, я горю, вы тоже горите? Да. Подожгло. Не, пацаны, я понимаю, что это все хорошо, но давайте что-то прям я... О! А давайте ему огненную взорвем. Так, шипелка. Вот это коптильня у нас. Сейчас будет жестко, смотрите. Еще жестче. У меня жизни просто на глазах тают. Понятно. Ну, давайте тогда взорвем еще мощнее. Ребята, мы подходим уже довольно-таки сильным бомбам. Это очень мощно, вам очень она понравится. Смотрите. Я пошутил, это было слабо. Вы ожидали, что она бахнет сильно? Ну, давайте тогда взорвем холодильник. Пошутил. Вот. Ну, куда ты катишься, бимба? Ого, вы что, все слились? Да. Да. А я знал, потому что ядерная бомба. Смотрите этот гриб. Она просто заполонила всю карту. Вот это взрывище. Хорошо. Пацаны, такую же взрывать или другую? Другую. Хорошо, поддерживаю. Вот, мини-ядерная бомбочка. А ну-ка, отойдите все. Ну.
Ого! Кстати, мы не все слились, кто-то остался в живых. Да. Я один выжил. Нифига себе ядерный гриб, смотрите. Так, ну я пока мисс не понимаю, кто самый живучий. На самом деле определиться очень сложно. Так, хорошо, давайте возьмем еще с другого пака. У нас есть... Вот такой есть у нас. 15-й из жизни, это уже неплохо. Так, у нас есть еще вот такая бомба. Ого, все слились? Все, да. Да. Сейчас мы сделаем тест. Я сейчас возьму аниматроника, у которого миллион жизней. И мы проверим, выдержит он ядерный взрыв или нет. Ставлю эту же бомбу. Нет, я поставлю мощнее бомбу. Мне этого мало. Опять все слились? Да. Даже миллион жизней никак не играют роли? Да. Хорошо, пацаны, давайте возьмем тогда все аниматроников с этого пака. Только мы сейчас сделаем по-другому. Мы встанем все на разном расстоянии. Так, я сейчас тоже возьму вот этого волчару. Отходите немножко дальше и туда за дом уйдите. Мы проверим, выдержит ли аниматроник, если он будет стоять метров 100 от бомбы. Давайте тогда не сильно мощную бомбу такую возьму. Готовы? Да. Давай. Вот, кто-то остался в живых. Хорошо, давайте тогда другую бомбу. Ну, понятно, что я беру очень мощные бомбы. Давайте возьму не сильно мощную. Я пошутил, это было мощно. Это была очень мощная бомба. Я ничего не вижу, все в огне. Ну, не все, да, слились или все? Да, да, все. А, все? Да. Так, Гусуняк, я сейчас поставлю бомбу. Так, я убегаю аж за дом. За угол круглого дома. Все, Гусуняк, взрывай, я стою за домом. Давайте проверим, выдержит ли он, когда будет стоять здесь. Да как это работает? Почему я сливаюсь? Я тоже не понимаю. Хорошо. Хорошо, Гусанек, я придумал другую тактику. Я сейчас ставлю бомбу. Вот эту. Я сейчас возьму аниматроника и улечу на дом. И посмотрю это свысока. Давайте я буду стоять вот здесь. Если я умру, то я возьму еще дальше расстояние. Я думаю, что я выживу. Ого. О-о-о, что там на небе творится? Это просто жесть. Ну давай, Гусанек, взрывай. А, кстати, не все слились. Я не успел. Ты не успел слиться? И сейчас я улечу еще дальше. Давайте я буду стоять на этом доме, а если я умру, то возьму еще выше дом. У нас от ядерных взрывов на небе появились северные сияния. Это очень странно. Мы нарушили планету нашими взрывами. Так, Гусанек, давай. Я готов. Вообще не задело. Хорошо, давайте возьмем еще мощнее бомбу. Мне этого мало. Давайте тогда возьмем вот так. Нет, стоп, я пошутил, это царь-бомба. Давайте тогда вот эту, потому что она имеет очень большой радиус. И мы станем на этом же месте. Гусанечек, ты готов взрывать? Да. Давай, жахай. Вот это звук классный вдалеке. О, кстати, у меня жизни отнялись, но очень мало. Так, Гусанек, мало. Давай вот эту взорвем. Сейчас я улечу. Давай. Это будет сильно. Это будет очень мощно. Смотрите. Давай, взрывай. Ой. Вот это она поджигает. Ну, слабо, слабо. Нет. Согласен, полностью поддерживаю. Давай вот эту, желтенькую. Взрывай. Нифига себе, она по всей карте расходится. Слабо. Согласен, вот это ты сказал золотые слова. Вот такая маленькая бомба, которая больше аниматроника. Давай, Гусанек, взрывай. Вот прямая видимость бомбы. Гусанечек, смотри, что я сейчас тебе поставлю. Так. Вот так. Ого, меня подкинуло! Она слабая, я даже выжил. Ого, я отлетел. Ну да, согласен, она слабая. Что у нас на небе творится? Что это за... Подожди, это не все еще. Вот взрыв. Не, но все равно мало. Ставлю одну из самых мощных бомб. Но есть еще царь-бомба, мы ее взрыв... Вот! Предмощная бомба, будем называть ее так. Хорошо, я буду стоять рядышком. Кати. А вот я и слился. Мы ставим эту же бомбу, но я сейчас отлечу на расстояние. Такс.
Поставьте лайк или напишите комментарий, чтобы мы сняли еще что-то эпическое с бомбами. Гусанек, взрывай. А вот я и умер. Ничего себе, огненный шар. Так, я сейчас полечу на очень высокий дом, и мы там затестим. Так, ставлю эту бомбу. Ого, меня откинуло, я новый живой. Сейчас мы взорвем бомбу, царь-бомба, no flash. А потом взорвем кластер нюк, это там, где 7 взрывов в одном. Так, ого, она так упала, как будто она весит, там, не знаю, 100 тонн. Напишите сейчас в комментариях, эта бомба уничтожит меня или нет. У аниматроника, у которого 1 миллион жизней. Гусанечек, взрывай. Ух, по ушам дало. Не, расстояние большое и не может уничтожить. Хотя та бомба уничтожила меня. Хорошо, взрываем самую мощную бомбу. Она, кстати, с значком для супер-админов. Ее никто не может другой поставить. Это сейчас будет 7 взрывов, да, Гусанек? Ну, получается, все бомбы соединенные в этом паке. Ребята, взрываем самую мощную бомбу. Я нахожусь на крыше, а другие пацаны пошли на самый край карты. И посмотрим, уничтожит она нас или нет. Гусанечек, поджигай. Понеслась. Да. Как она это? Я в шоке, как вас не задело? Меня слетело аж вниз, все. Ого! Ничего себе, кстати, я живой. Вот мы и выяснили, самый сильный аниматроник с наших паков это с части Twisted One Pill. Это аниматроники, у которых у всех по миллион жизней. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ух ты, меня снесло просто, что это за бомба?